Здравствуйте! В эфире «Новосибирские новости». Мы рассказываем о том, что происходит в городе. В студии Лидия Захарова. Смотрите сегодня в выпуске. Новый развлекательный комплекс для детей в Нарымском сквере почти готов. Для игр горки и качели из натуральной древесины от травм защитит мягкое резиновое покрытие. Бани и фитнес-клубы прошли проверку. Для безопасности посетителей залы и раздевалки обрабатывают антисептиками. На входе температурный контроль. Военные игры под Новосибирском. Соревнуются разведчики из разных стран. Российская команда превзошла соперников в умении водить боевую машину пехоты. Нарымский сквер станет больше за счет участка на противоположной стороне улицы Челюскинцев. Проект благоустройства территории уже готовят. А в самом сквере скоро откроют новую детскую площадку. Качели, горки, песочницу уже установили, заканчивают укладывать резиновое покрытие. Как в ближайшее время еще изменится Нарымский сквер, выяснила Вероника Иванова. На Рымском сквере вот-вот откроют детскую площадку. Строители вносят последние технические штрихи, но общая картина уже вырисовывается. Лавочки для родителей по периметру, для детей экологичные качели, горка и песочница. Все необходимое оборудование приехало в Новосибирск. Есть не только вот такая необычная горка, но и будут здесь качели. Пока их не навешивают, чтобы желающие не заходили на площадку. Дело в том, что прорезиненному покрытию в основании площадки нужно затвердеть. На это необходимо по технологии до 3 суток. Дерево необычное, ему не требуется пропитка. При этом 20 лет гарантии дают производители на то, что ничего не разрушится, не рассохнет. Не сгниет. Везли игровой комплекс из Чехии, а древесину вообще производят в Северной Америке, где климат схожий с сибирским. Холод и влажность, по словам подрядчика, материалу не страшны. Вот это дерево, оно обработано, типа пропитки, оно обработано, качели внизу здесь до 1-20-10 метров глубиной металл заходит, именно вот на этих больших качелях. А там дерево для детских, они вообще метр в бетоне. Площадка для воркаута или турники – все это тоже может появиться в сквере, но, скорее всего, в районе теннисных кортов. Вопрос обновления Нарымского сквера назрел. Его территорию в ближайшем будущем расширят за счет участка со стороны улицы Челюскинцев между цирком и собором. Планируют присоединить кусочек земли через дорогу. Юридические вопросы решены, он возвращен городу. Сейчас его вписывают в концепцию сквера. Это непривычно. То есть сквер как бы разделен магистралью Челюскинцев. На самом деле это практика известная в мировом масштабе и в других городах. Это применяется часто, поэтому ничего удивительного в этом нет. И разрабатывается сейчас дизайн-проект, только что получил информацию, доклад о том, что дизайн-проект в завершающей стадии и можно обсуждать его. В следующем году в сквере должна появиться и общественная уборная в здании кафе со стороны улицы Челюскинцев. Коммерсантов здесь по суду обязали сделать и передать туалеты муниципалитету. Сейчас в управлении благоустройства мэрии ищут техническую возможность провести туда электричество, тепло и воду. Вероника Иванова, Денис Савинский, Новосибирские новости. 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за последние сутки. Умерли 2 пациентки. 50 человек выписаны из больниц. В регионе сделали уже более 400 тысяч тестов на COVID-19. Напомню, с понедельника возобновили работу фитнес-клубы и тренажерные залы. Сегодня специальная комиссия проверила, как они выполняют противоэпидемические требования. В этой ситуации чуть проще современным центрам с большими залами и раздевалками. Что-то переделывать нам пришлось немного, нам пришлось купить рециркуляторы и развешать везде вот такого типа, там, других потолочные. Везде, если смотрели, поставили наклейки. Сантехника у нас вся сенсорная, вся санитария сенсорная, поставили диспенсеры автоматические. Всем сотрудникам 2 раза в день измеряют температуру. При первых симптомах заболевания их отправляют на больничный. В раздевалках между кабинками обязательно расстояние 1,5 метра. Везде есть антисептики, все оборудование дезинфицируют. Сейчас важно объяснить сотрудникам и тем, кто следит за чистотой, как необходимо работать в новых условиях. Напомню, фитнес-клубы были закрыты последние 5 месяцев. И теперь предприятия сами заинтересованы в том, чтобы соблюдать все требования и не допустить повторного введения ограничений.
клубы готовы, предприятия общепита, которые есть в некоторых клубах, соответственно, тоже все рекомендации Роспотребнадзора учтены. Безусловно, особое внимание зонам, аквазонам, это бассейнам, баням и саунам, то есть там тоже режим и все рекомендации, которые санитарные врачи дают, учтены. Мы, конечно, будем мониторить ситуацию. Специалисты проверили сегодня и муниципальные бани. Они тоже сейчас работают в новых условиях. По некоторым оценкам, новосибирским предпринимателям понадобится 1,5 года, чтобы восстановить финансовые показатели своего бизнеса. Анна Буянова продолжит тему. На страницах журнала посещений муниципальных бань места для записей вот-вот закончатся. Но в коридорах практически пусто. Толпиться запрещают объявления на входе. Работает одно отделение. Это летний режим у нас, он из года в год. То есть мы все бани, то есть у нас другие отделения обычно находятся на ремонте. То есть мы их только летом ремонтируем, потому что наплыв у нас летом совсем другой. И, соответственно, мы только летом, мы одним отделением так и работаем. Всегда так было. Это не пандемия. Желающие попариться в общественных банях есть. В основном это пенсионеры. Они рассказывают, директор банного хозяйства приходит сюда пообщаться, вместе посидеть за столом. Но с введением социальной дистанции сделать это сложно. Всюду ограничительные ленты по распоряжению Роспотребнадзора. Санитарную обработку в банях проводят после каждого клиента. Сотрудники надевают вот такой вот страшный костюм. Надевают респиратор, маску, перчатки. Наливают дезинфицирующее средство вот в этот распылитель. Распыляют это по всем поверхностям, ждут 30 минут и только после этого запускают новых клиентов. Затем, как в новосибирских организациях соблюдают меры безопасности, следят сотрудники потребительского рынка. В рейды выезжают практически ежедневно. По словам проверяющих, нарушителей в городе становится все меньше. К новым санитарным нормам новосибирцы уже привыкли. Скандалов и битья посуды из-за просьбы надеть маску, как это было весной, больше нет. Теперь у предпринимателей и другая проблема. После режима самоизоляции клиентов стало значительно меньше. Первая причина – это страх перед тем, что еще пока попасть в массовое количество людей достаточно опасно с точки зрения заражения инфекцией. Вторая причина – это то, что люди практически насильно или независимо от их воли и желания оставались дома и переформатировали себя на приобретение через интернет. То есть мобильные и дистанционные продажи все-таки заняли значительную часть покрытия наших потребностей. Еще одна причина – это отсутствие денег. Новосибирцы не могут позволить себе ходить в кафе и рестораны так же часто, как раньше. На восстановление потребительского рынка после пандемии, по словам экспертов, понадобится не менее 1,5 лет. Анна Буянова и Евгений Макаров. Новосибирские новости. Беречь время врачей и пациентов, оказывать услуги быстрее и сделать отдельные входы для больных и здоровых посетителей планируют в новосибирских поликлиниках. До конца года в медицинских учреждениях должны внедрить хотя бы часть из этих изменений. Новую модель работы называют «бережливые поликлиники». Как это происходит на деле, наблюдала Анна Братушкина. Дима готовится к школе. Портфель уже выбрал. А чтобы спина не уставала, ходит на массаж в детскую поликлинику. Сейчас медучреждение меняет формат работы, внедряют новую модель. Такие поликлиники называют бережливыми. Врачи внимательно относятся к ребятишкам. Оборудование, да, в поликлиниках ремонт сделан. То есть, явно заметные ощущения в положительную сторону, безусловно. Берегут время, берегут комфорт, да, условия обязательно. Время сотрудников, время пациента. И находят внутренние резервы, так скажем, чтобы не вкладывать, да, не вкладывать больше финансов, а находить внутренние резервы для изменения к лучшему процессов. В таких больницах обязательно должны быть игровые зоны, крытые парковки для колясок и колл-центр. Экстренные пациенты и пришедшие на прием по записи не должны пересекаться в очередях. Поэтому на плановые осмотры медики просят записываться заранее – по телефону, на сайте или через госуслуги. Записываться дистанционно, планово, именно вот потому, как удобно ему и какова есть возможность, учитывая мощности поликлиники в настоящее время, это очень важно. Потому что тогда, когда порядок, когда плановое распределение потоков, тогда комфорт и удовлетворенность
как той, так и другой стороны. Вместо лаборатории в этой поликлинике организуют дневной стационар. А анализы будут делать во взрослом отделении, в соседнем здании. В детской поликлинике только забирать кровь. На время тестов это не повлияет. Уже через полчаса после забора материалы будут в лаборатории, а результаты через несколько часов. В бережливой поликлинике бережно относятся ко всем пациентам. Не всех детей приводят сюда с температурой или недомоганием. Многие проходят плановый осмотр перед школой и детским садом. Для таких здоровых детей даже сделали отдельный вход. Для бережливых поликлиник разработали 22 критерия. До конца года все детские отделения должны внедрить у себя как минимум 8 из них. Анна Братушкина и Сергей Хлопов, Новосибирские новости. Новосибирские новости в YouTube найти просто. Ежедневно по будням свежий выпуск. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Все материалы новосибирских новостей в лучшем качестве, Full HD. Новосибирские новости в YouTube. Удобно смотреть. Разведчики из разных стран соревнуются под Новосибирском. Сегодня механики-водители состязались в преодолении препятствий и вождении боевой машины пехоты. Лучшее время на этом этапе показала команда России. О том, как проходит состязание, расскажет Александр Потенихин. Бронетранспортер устремляется на почти 8-километровый круг. Механику-водителю предстоит показать все свои умения. На трассе установлено 15 препятствий. Их нужно преодолеть максимально быстро. Наиболее сложным является макет колейного моста, участок заграждения маневрирования, препятствие номер 9, проход в минно-взрывном заграждении и препятствие номер 1, противотанковый ров с проходом. Фавориты этого этапа, как и всего конкурса, команда России. Наш экипаж устанавливает новый рекорд прохождения трассы. Ощущения неописуемые. Волнительные. Ну и старался на все, что, ну, как, все, что мог. Выжимал из машины. Ну и по препятствиям все обходительно старался. Везде. Ничего нигде не задеть, не сбить. Поддержка от команды очень хорошая была. Наставление тоже было как бы, очень хорошее от начальства. Пока одни демонстрируют мастерство на танкодроме, другие выполняют нормативы. Разведчики надевают на скорость противогазы, показывают тактическую подготовку и даже вытаскивают на себе раненого товарища. В этом году соревнуются команды из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго и Южной Осетии. Однако есть и те, кто пока только готовится привести на игры своих лучших разведчиков. У меня основная задача посмотреть, и потом надо доложить свою национальную команду военным атташе, чтобы на следующем году отправить наши национальные команды, и они участвуют на военной игре 2021 году. Пускай конкуренция жесткая, но на играх царит товарищеская атмосфера. На всех этапах участники поддерживают не только своих, но и соперников. Александр Потенихин и Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Первый после пандемии турнир по мини-футболу среди дворовых команд. Из-за коронавируса его перенесли на 3 месяца. В командах преимущественно местные ребята, игрокам по 7-8 лет. За перипетиями борьбы следил Михаил Якимов. На поле команды «Олимпик» и «КСК» юные футболисты с удовольствием борются за мяч. Один из главных действующих лиц – игрок «Олимпика» Артем Трубников. В матче открытия футбольного турнира, организованного ТОС «Телевизионный», не пожалел свою бывшую команду. Забил 2 мяча. Сначала я занимался в «КСК», но потом мы решили с моим другом Матвеем перейти в команду «Олимпик», как вы видели. Ну и мне нравится футбол с 4 лет. В первом тайме «Олимпик» полностью владеет инициативой. Но проигрывающая команда не расстраивается. Главное – возможность поиграть вместе. Да, хорошо, подсказываем, посадаем друг друга. Да, все. Тренер строгий у вас в команде? Не очень. Может, тренер и не очень строгий, но его установку на второй тайм игроки слушают внимательно. Возможно, именно благодаря этому один мяч отыграли. Но итог матча для КСК все равно неутешительный. Поражение 1-4.
Это лето прошло практически без соревнований. Любая возможность поиграть для мальчишек – настоящий праздник. Мы тренировались на тренировку, и еще мы во дворе играли. А этим летом больше во дворе играли или нет? Или на во дворе. Турнир на спортивной площадке в частном секторе по улице Костачева перенесли на 3 месяца. Регулярно на нашей площадке проходят дворовые турниры по мини-футболу. Нужно сказать, что этот турнир – это дань долга Дню защиты детей. Мы его планировали провести еще 1 июня, но в связи с известными всем событиями мы его приурочили как к Дню защиты детей, так и ко Дню знаний. В турнире участвуют 4 команды. Все состоят преимущественно из местных мальчишек. 3 коллектива представляют футбольные секции. А спортивная поляна – по-настоящему дворовая команда. Именно в ее составе выступает единственная девочка. Мне нравится мяч, там погонять с мальчишками. На воротах мне не сильно нравится стоять. В защите я люблю стоять. Мне там нравится мячик отбирать. Соревнования проходят по круговой системе. Победителя определят завтра. Награды вручат не только команде-чемпиону, но и лучшему игроку в составе каждого коллектива. Михаил Якимов, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий вам поможет радио «Городская волна», частота 101.4 FM. Завтра после выпуска новостей в 18 часов слушайте программу «Мэр отвечает». Задать вопрос Анатолию Локтю можно будет в прямом эфире. А на сайте nsknews.info читайте репортаж с фермы, где разводят моралов. На этом наш выпуск завершен. До свидания.